Раскрыть творческий потенциал студентов – такую задачу ставит Тамбовский государственный технический университет. Высшее учебное заведение поможет своим первокурсникам влиться и адаптироваться в студенческой жизни. Руководство и студенческие объединения вуза продемонстрировали новобранцам университета великолепие возможностей студенческой жизни. Ребятам показали, чем еще, помимо занятий, можно разнообразить свой учебный досуг. Стать членом команды КВН, вступить в ряды барабанщиков или начать постигать премудрости чирлидинга. Основы того, чему мы учим, начинаются с дисциплины. Если ребята относятся к этому хорошо, если они будут выполнять все действия, будут относиться серьезно, почти любого человека мы можем научить работать с собой. Во-первых, спорт – это умение управлять своим телом. Руководство университета считает, такой подход поможет юным умам раскрыть свой творческий потенциал. Технический университет получил более 3 миллионов рублей на реализацию 4 крупных студенческих проектов. Часть этих средств пойдет в том числе на продвижение и усовершенствование программы адаптации студентов.